И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Фликс, Нига, Ассасин. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы играем на карте FNAF 8. Выживает у нас сегодня три охранника. Я, Серега и чумной доктор. Стоп саунд. Пацаны, все, начинается. Да, у них тут темновато будет. Но это вы свет отключили себе. Давайте я вам включу, хотите? Давай, давай. Ну? Лучше стало? Опа. А что там делал, лазишь, как я? Я тоже люблю ходить тут по пиццерии, очень крутой. У меня было один патрон, было, который может убить аниматроника. Я его использовал. Пацаны, откройте мне как-то дверь. Сейчас, Димас. Закрывай сразу. Да блин, я не смогу зайти. Тут кто-то... Что-то аниматроник подо мной. Закрывай. Он не зашел сюда? Так, музычка. Смотри, Балора пришла. Камеры странно работают. Давайте все-таки поклацаем. Может, мы найдем какую-то классную... Вид. А у нас есть вид на наши... Входы? Нет, это не оно. Подожди, вот мы находимся. А, нет камер здесь. Очень странно. Темный туннель. Правильно, мочи его, мочи, мочи! Ты чего тут лазишь? Что это за мыши? О! Что это за говно меня убило? О, Серега, мы теперь видим. А что мы там видим? Проход. Левый получается. А если Свалите с окошка. Опять вентиляцию чекаю. Давайте хоть поизучаем. Я ни разу эту карту не изучал. Мы просто записываем и все. Темно, ничего не видно вообще там. Зал, давайте все-таки вот эту камеру включим. Мы тогда будем видеть левый... Это не она. Так, подождите, подождите. О, да. Че это вентиляция? Нет, это вентиляция. Вот, мы видим зал. Центра... А, это вообще, это что у нас? Генератор. Да, здесь темно очень. Там эррорная ходит. Мангл. Все, тогда будет тут вентиляция. Реально, это очень нужная камера. Чекаем, чекаем. Все хорошо. Ты чё, эй? Мочи, мочи его, гада. Я буду, я даже не буду возражаться, хочу посмотреть, как ты проиграешь, что ли, эй? А, у меня нету молодости. Он убежал, пацан, он просто пробежал и убежал. От подлец. Серега, у меня эй! Был. Что происходит? Пацаны. Да? Да. Открывать вам? Ну, Серега. А что вообще кнопки делать? Ты вентиляцию закрываешь. Посмотри назад. Да? Да. Ой! На тебе! Как это в канале творится? Ну мне нравится. Это самая популярная рубрика на моем канале. Открой. А, не, не открывайте. Не надо, не надо, я вижу, что пришел этот чили-пиздрик. Не смотри ему в глаза, он убьет тебя. А, тут мелкий ходит, но он безобидный. Что он нам сделает? Будете сообщать информацию. Так, смотри. Молтон Фредди пришел. Проволочный. Видимо. Да пошел ты. Щенок. Так, я вижу. Открой ворота, вентиляцию, Дима, зачем ты закрыл? И какую? Да все кнопки нажимай, которые. Вот, все, открыл, спасибо. Ой. Че, закрывать? Не, оставь это. Оп. Вот, открыл ту. Ага. Что, не надо, пусть будет открыто. О, вот что, как я. Все, к нам идет этот. Фокси идет. О, пришел гармошечник. Смотрите, сколько их там пришло. Можем двери закрыть, там спектрам идет. Да? А там, да, там спектрам идет. Я закрыл все. Все закрыто. Лефти, ты что смотришь? Иди на работу в пиццерию. Их издалека убивать плохо.
Ого, как светло, когда я подрубил ночной режим. Нифига себе, я прозрел. Как-то да, немножко темно. О, марионетка пришла. Пацаны, вы где? Я тоже беру это оружие, я сыкаю. Извини, обстоятельства, ты меня в тот раз убил. Я все помню. Дима злопамят. Не, он просто заглядывает и заглядывает. О, давайте возьмем оружие не такое, которое ваншотит. Это реально, да, как-то очень читерски. Давайте оружие возьмем, которое замораживает. Ладно, шучу. Серега, может нам сделать выживание потом с турелями? Да, можно было. Где это челик? Лагает. Да? Нормально зажал, пацаны? Да. Фух, я чуть не стрельнул. Где ты, блин? А, вот так ты, значит. Хорошо. Блин, я боюсь среди них находиться. Они такие все злые. Так, понаблюдаем, потом проиграет. А потом уже придем. Давай, чумной доктор, я в тебя верю. Мочи, мочи, мочи его. Ты не попадаешь, он застал. О, попадаешь! Еще один пришел! Эй, вы че его трогаете, подлецы? Да как будто кто-то NPC стал. Ты себе нервную систему испортишь. А где ты? Ты каким валишь оружие? Админским, что ли? Да. Ой, извини. Под горячую руку попали. Так, ребятушки, все четко, проходим. На крысу. Серега, ты ж меня не убей, я иду. Да я уже сдох, меня в спину. Ух ты, чумной доктор, красиво в пузо прилетело, мне понравилось. Так, все, валите, закрывай двери. Ого, стол взорвали, все сломали. Ты зря остался с нами. Ты отсюда живым не выйдешь. А, извини, не то оружие взял. Вот оно. Аккуратно, аккуратно. Ты застрешь в моих кишках новых. Нет, оно не дамажит. Это плохо, оружие дамажит. Извини, обстоятельства. Ты опять пришел! Это, следите за этим челепиздриком. Ходят и ходят, и ходят, и ходят. А чё это интересно? Ой, блин, не ту команду прописал, хотел стоп-сон. А где моя... А, вот стоп-сон, думаю, то что нету. Ой, дай пройду. А вы что, телепортируетесь к нам? Нельзя! Запомнил, режим полета. Режим полета надо отключить было. А как... Выруби, да. А тут нету режим телепортации отключить. Димас, я как ты, такой же желтый мишка. Я какой мишка? Я тебя сейчас замочу. Иди сюда. Не трогай, я такой же. Какой? Я тебя убить не могу. Давай, бей его, давай. Ого! Я какой-то джедай. Что это было? О, прыжок. Кто там? Иди сюда. Ого, у меня звездочки такие прикольные идут. Пацаны, я сейчас тут заварю нам двери. Ах ты жопа. Классный предмет, да, подсвечивает? Смотри. О, дай аниматроника прижму. Возьмите кто-то аниматроника, я зажму на вас этот. Меч, сколько дамажит? Давай. Отталкивай, да? Надо, чтоб ты в угол встал. А ну давай в угол вставай. Я тебя зажму сейчас. Сколько дамажит? Ну много, я бы сказал. Быстро очень. О, а вот так вот. О, сжег. Вот это меч. Я знаю, как их можно заспамнить. Можно классные такие штуки сделать, что не пройти никак. Так вот как они проходят. Как? Я-то думал, они через задушняк проходят.
Нет, потому что реально можно пройти, да? Я думал, там как бы только внешний вид. А, вижу, вижу, жопа! Я тебя замочу! Слышишь ты, подлец! Пацаны, они нас нагибают. Да вообще распояс. Надо что-то с ними делать, Димас. Так, я возьму просто оружие, которое их убьет. Где? Вот так значит, а? Обзор, Николас. Короче, они нас убивают. Димас, бабах? Да не, наверное, не надо. Ну давай, 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 жахай, жахай. Сейчас, сейчас. Я в лесу буду темным. Ух ты, подсрачник из ядерной бомбы. И хитро, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.